Доброго времени суток, вы на канале Дары Вселенной. В начале ролика огромная благодарность за активное участие в продвижении канала, за ваши подписки, лайки, комментарии, за ваши просмотры. Итак, продолжим. Тыквенные семечки – это богатый питательными веществами продукт, который обладает множеством полезных свойств для здоровья. Важная особенность – ядра не должны быть обработаны термически. То есть для лечения и поддержки здоровья подходят сырые, качественно просушенные семена. Особенно полезным считается применение тыквенных семечек в пророщенном виде. Для этого их раскладывают на тарелке в один слой, заливают водой, помещают в темное место до того момента, пока растения приобретут длину около 2 см. Важные условия – замена воды каждые 12 часов. Пророщенные семена – можно очистить от кожуры и добавлять в салаты, как источник витаминов и биологически активных соединений. Тыквенные семечки очень полезны. Во-первых, в их составе присутствуют растительные волокна, обеспечивающие качественное пищеварение и хорошую работу ЖКТ. Также они богаты микроэлементами, один из самых важных – магний. Он снижает уровень холестерина в крови и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Укрепляет нервную систему и улучшает сон. Народная медицина акцентирует внимание на противораковых свойствах этих семечек. Также тыквенные семечки содержат триптофан, аминокислоту, способствующую засыпанию и расслаблению. Триптофан может увеличить выработку серотонина, нейромедиатора, который помогает регулировать сон. В тыквенных семечках много марганца, а он участвует в регуляции жирового и углеводного обмена, необходим для адекватного синтеза инсулина, формирования костной ткани, синтеза белков. Тыквенные семечки лучше всего есть утром и в течение дня, добавляя салаты и каши или как самостоятельный перекус. Если вы не имеете проблем с лишним весом и не предрасположены к полноте, смело можете съедать до 100 грамм сырых семян тыквы в день. Если вы следите за фигурой, диетологи рекомендуют ограничить употребление данного продукта до 30-60 грамм в сутки. Магния в тыквенных семечек в 10 раз больше, чем в семенах подсолнечника, а железо в 4 раза. Употребление продукта тыквенных семечек очень уместно при ОРВИ. Доказано, что тыквенные семечки помогают регулировать уровень сахара в крови. Они богаты клетчаткой, которая может замедлить всасывание сахара в кровь, а также содержат соединения, повышающие чувствительность к инсулину. Они могут быть особенно полезны людям с сахарным диабетом или тем, кто подвержен риску развития диабета. Тыквенные семечки являются отличным источником растительного белка, что делает их ценным дополнением к вегетарианской или веганской диете. Четверть стакана тыквенных семечек содержит около 7 граммов белка. Тыквенные семечки богаты антиоксидантами, которые могут помочь защитить организм от повреждения свободными радикалами. Витамин А в тыквенных семечках способствует улучшению сумеречного зрения и цветовосприятия. Магний, калий, железо и кальций поддерживают здоровье сетчатки и служат для профилактики катаракты. Также тыквенные семечки богаты полезными ненасыщенными жирами, такими как омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые могут помочь уменьшить воспаление в организме. Эти жирные кислоты необходимы для поддержания здоровой работы мозга и сердца. Семечки тыквы способствуют улучшению памяти, стимулируют когнитивные функции и буквально помогают быстрее соображать. Продукт улучшает память, активизирует креативное мышление, предупреждает выгорание и хроническую усталость. Семена предупреждают старческую деменцию, болезнь Альцгеймера и преждевременное отмирание нервных клеток. Цинк в составе тыквенных семечек помогает в профилактике остеопороза. Кроме того, регулярное употребление этих семян способствует снятию воспалений при артрите. Тыквенные семечки богаты цинком, необходимым для поддержания здоровья кожи, волос и ногтей. Они также содержат другие необходимые витамины и минералы, которые поддерживают здоровье этих тканей.
Цинк жизненно важен для синтеза коллагена и роста клеток и может помочь предотвратить выпадение волос и улучшить состояние кожи и ногтей. Витамин А и Е продлевают молодость кожи, укрепляют ногти и волосы. Также омолаживающий эффект достигается за счет жирных кислот. Кстати, они же еще помогают лечить перхоть. Кроме того, в семенах тыквы есть фитоэстрогены, которые очень нужны женскому организму в период менопаузы. Тыквенное масло используется в народной медицине как средство от мужского и женского облысения. Прием тыквенных семечек способствует уменьшению симптомов гиперактивного мочевого пузыря. Это расстройство, при котором человек ходит в туалет слишком часто, в том числе и ночью, а также с трудом сдерживает позывы к мочеиспусканию. В семенах тыквы много клетчатки, которая стимулирует работу кишечника и выметает из него все лишнее. Очень полезны эти семена тем, кто страдает запорами. Также доказана эффективность тыквенных семечек при тошноте в случае токсикоза или морской болезни. Масло из семян тыквы считается одним из самых полезных. Это рекордсмен по содержанию полиненасыщенных жирных кислот, однако и стоит оно дороже других. Чтобы тыквенные семечки не нанесли вреда, их стоит употреблять с осторожностью при повышенной кислотности желудочного сока, при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, язвенной болезни желудка, гастрите, а также беременным и кормящим женщинам. Семена тыквы обладают желчегонным эффектом и могут стать причиной движения камней в желчном пузыре. Будьте осторожны. При употреблении тыквенных семян могут проявиться побочные эффекты, легкое слабительное и мочегонное действие. Это связано с очищающими свойствами продукта и обычно никак не влияет на качество жизни пациента. Аллергическая реакция на тыквенные семечки встречается довольно часто как у взрослых, так и детей. Она является вариантом непереносимости тыквы, которая может вызвать серьезную и опасную реакцию. Непереносимость может проявляться тошнотой, позывами в туалет, усилением метеоризма, резями в области желудка. Тыквенные семечки – продукт не только вкусный, но и очень полезный. В 100 граммах семечек содержится 1,5-суточные нормы магния, дефицит которого приводит к повышению давления. Также в тыквенных семечках много марганца, который укрепляет кости, а еще цинк, который очень важен для мужчин и препятствует развитию аденомы простаты. Позволяет нормализовать работу печени и кишечника. Также сырые семечки помогают при заболеваниях почек, запорах и нормализуют кровяное давление. Активное противопаразитарное действие тыквенных семечек подтверждено научно. Базируется на содержании редчайшего белкового соединения кукурбитина. Вещество обладает способностью поражать мускулатуру глистов и активизировать их выведение из органов пищеварения. Характерной особенностью тыквенных семян является активность против лямблей, простейших, чаще всего поражающих печень. Несмотря на то, что кожура семян также богата полезными веществами, она не переваривается организмом. Тыквенные семечки можно не только грызть вечером на лавочке, их можно добавлять в различные блюда. Отлично получаются свежие салаты с тыквенными семечками. Их можно положить целиком или слегка размолотыми. Можно добавлять тыквенные семечки в выпечку, к овощам, тушеным или запеченным. На этом все. Вот еще один удивительный продукт от Вселенной мы с вами узнали получше. Будьте здоровы, мира и добра. До встречи на канале.